That's interesting. Олечка, ты их пощелкаешь? Что за положение, сука, руки? А там сука встает. Я так чувствую, Муринов скажет просто. А я на камеру снимаю. А сейчас видео. Вот, да. Чего я так спасибо? А ты что? Все, что ко мне пришло. На каком этапе она застала такой короткой емкой? Сейчас переходит информация к японскому разрушению. Следующее. Давай, давай, Олечка. От первого лица снимай. Да ладно! Мне кажется, у нас как минимум... Часть этой группы знает, как еще отношение сначала. Уже загрузка матрицы. Нет, ну... Давай, Андрюша. Послушайте, есть два ответа. Давай. А первый, который я получил, а второй правильный. А второй, который подслушал. Это, в общем, шифровка была такая: передай привет команде с приветом. На самом деле, скорее всего, это звучало как-то так, что один разведчик потерялся в лесу и увидел, что там происходит съемка телепередачи. Это, который вертит колесо с ведущим Якубовичем. Он пришел, да, спрашивает: ребят, что тут делаете? Они такие: у нас происходит там викторина. Вот это все Доковенко мне изложил. И как-то еще вот так, все. А ты пишешь видео, что ли? Ну, конечно, я пишу видео. Я сейчас буду плести на видео. Подождите, а мне вот интересно... это было безалкогольное пиво. Перед тем, как я спрошу, Оля Кинеловская, ты можешь мне рассказать свою версию того, что ты передала? Команда тайных суперагентов тайных владеет какими-то там навыками и чем-то еще. Во-первых, как было это? Точно совершенно слово элитное. С этого все начинается. Больше ничего. Да ты уже забыла. А вот туда дошло, то рекомендовала тебя. Так, вы хотите оригинал услышать? Да, давай оригинал. Я поняла, что мы возьмем видео. Мы услышим оригинал. Артем, у тебя что, была элитная команда, владеть какие-то элитные приемы? Юля, а у вас там что было? Тихо. Оригинал. Нет, давайте послушаем, что было. У нас была элитная команда с приветом. Ну окей. А у вас, Юля, у тебя? А у нас было «Передай привет». Привет, привет, привет. А это возникло. Что было на входе? Элитная команда специально подготовленных тайных агентов владеет уникальными боевыми приемами и самыми современными технологиями. Я не смогла запомнить только и самыми современными технологиями. Все остальное было воспроизведено, Оль, скажи. Да. И что там еще? И самыми современными технологиями я заменила на «и что-то там еще». Хорошо. И что-то там еще нам пошло. Это трансформировалось, передай. Давай еще. Давай еще одну фразу. Так, теперь настроили всем настоящие. Начнем с Михова сразу. Сейчас мне уже звонили. Ну кто, Эвбекоевцы? Эвбекоевцы. Я не знаю, как выключить. Кто-нибудь знает?